Очередная подборка смешных моментов, заснятых во время прямого эфира. Скорее подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Забавная история с этими журналистами, которые снимали сюжет, похоже, всегда останется классикой, и ее захочется пересматривать снова и снова. Жирафу явно понравилась эта журналистка. Она буквально не может отойти от него. Парень прервал прямой эфир, чтобы предупредить людей, чтобы те оставались дома. На экране прогноза погоды кто-то не заметил маленького такого нюанса. Репортаж в любую погоду. Метель была такой силы, что сбила этих двух взрослых мужчин с ног. Поставил на бесшумный режим. Так этот ведущий решил проблему с телефоном. Вот такие жестокие шутки бывают у футболистов в одной команде. Sì, però sempre nel cuore la Sampdoria. Questo è il colpo di taekwondo di Ibrahimovic. Quella è la. Не ожидала, что рыба окажется живой. Ну конечно, а какой же она еще может быть? Ее же только что выловили. Неуклюжий журналист. Вот так одним движением он разбил часы работы этого скульптора. Возможно, эта девушка очень сильно волновалась перед предстоящим катанием на лыжах. Хорошо, что люди рядом пришли ей на помощь. Неожиданный поворот в этом прямом эфире. Эта розовая птица, которую принесли им в студию, разбавила скучную рутинную работу. Такое выступление редко увидишь на прямых эфирах. Но тем не менее, попугаи, которые поют «Я кукарача» в один голос. Ранее в наших выпусках был уже репортер в похожих локациях. Такое ощущение, их прям медом не корми, дай прийти на какую-нибудь ферму. Девушка очень сильно рискует, находясь так близко к верблюду. Ведь они, как и ламы, известны своим взбалмошным характером. Но нет, этот верблюд решил вцепиться ей в волосы. К счастью, коллеги ее освободили. А вот обезьяны – те еще проказники. И если рядом стоит такая длинноволосая девушка, то они, конечно, вцепятся ей в волосы. Этому магазину на диване нужно платить больше такому ведущему, ведь он способен великолепно импровизировать. Во время репортажа этот корреспондент отдал свой микрофон и куда-то резко побежал. Далеко убежать ему не удалось. I'm gonna hand the microphone over to my buddy Danny here and go Wildcat. All right, hey, Paul,
Принести этого скунса в прямой эфир было не лучшей их идеей. На скейт-площадке тоже опасно находиться, ведь можно вот так получить в затылок скейтом. Ставьте лайк этому видео и обязательно пишите комментарии.